Огородники атакуют прилавки с овощной рассадой. В этом году из-за холода сроки посадки сдвинулись недели на две. Сейчас пока не жарко, нужно срочно все сажать. Алла Горбатенко побывала в НИИ сельского хозяйства. На территории НИИ уже третий год торгуют овощной рассадой, но такого ажиотажа, как в этом году, здесь не было еще никогда. Сегодня первые покупатели пришли аж в 6 утра. Люди готовы стоять часами, чтобы приобрести желанный сорт или гибрид. По картонкам с написанными от руки названиями издалека видно – выбор есть. Томаты, баклажаны, перец, гагашары и даже рассада цветочной астры. Мы сегодня приехали 6:30. В 7 часов они открываются. До меня было за 4 человека. Я уже купила давным-давно, но я жду именно сорт барона. Обещали, что привезут. Почему именно здесь решили покупать? Потому что все хвалят, что вот именно вот это, этот пункт – самая хорошая рассада. Для тех, кто пока не определился, что покупать, в НИИ специально стенд установили. Яркие картинки и к ним описание каждого сорта и гибрида, чтобы покупатели видели, что в итоге вырастет на грядке. Что будете брать? Балладу, корми. Кормили. А чем они вам приглянулись? Ну, они крупные. А, любите крупные, да? Да. Давно стоите в очереди? Да, уже полтора часа. Оно стоит того вот столько наверное, стоять? Стоит. Огородники по мелочам не размениваются, берут сразу по нескольку десятков кустов. Так что зеленый товар на прилавках тает быстро. Работник НИИ Андрей уже несколько раз в теплице на велосипеде успел смотаться. Подвозит то, что начинает заканчиваться. В 9 утра начали торговать сейчас. Ну, да. Сколько? 9:50. Много уже привезли? Ходок сделали на велосипеде? Ну, ходки 3-4. И сколько за один присест ящиков вмещается? Ну, 3-4, как-то так. В общем, вы туда-сюда ездите, да? Ну, да. Вон и трактора ездят. А, и трактора тоже приезжают? Ну, да. В этом году торговать овощной рассадой здесь начали позже недели на две. В начале мая по ночам еще заморозки были. Сажать в такой холод нежное растение было то же самое, что похоронить. Зато теперь кусты переростки приходится сажать лежа, говорит заведующая лабораторией посленовых. Если вы положите ее стоя, значит, эта рассада поломается. И останется только без верхушки. Поэтому ее рекомендуют, чтобы уложить. Вот, видите, вот так. Здесь уже вот она прикрывается сухой, и она вот стоит. Эта рассада не поломается, она так и будет стоять. В этом году в НИИ овощной рассады для продажи вырастили почти в два раза больше, чем в прошлом. Если будет и дальше такая же бойкая торговля, в следующем году плантации под рассаду обещают увеличить еще. Сейчас же ученые дают совет – высадить овощную рассаду желательно в течение 10 дней. Когда начнется жара, у растений будет гораздо меньше шансов на то, чтобы прижиться. Алла Горбатенко, Леонид Мастак, ТСВ.